Ученица 11 класса из Актау стала обладательницей гранта Международного университета в Шанхае. Китайско-американский вуз входит в число ведущих университетов мира. В год стоимость обучения по специальности, выбранной Дилярой Сапар, составляет 63 тысячи долларов. В этом году Диляра Сапар завершит обучение в гимназии номер 13 города Актау. На протяжении последних полутора лет она мечтает поступить в иностранный университет. Изучила несколько лучших учебных заведений, преподающих своим студентам качественное образование. Еще с начальной школы у девочки была склонность к изучению английского языка. Благодаря энтузиазму сейчас уровень владения языком у Диляры очень высок. «После 4 лет обучения в Шанхае я вернусь в страну», — говорит абитуриентка, выбравшая профессию бизнес и экономика. Университет Liberal Arts и программа бар. В университете есть программа Liberal Arts. Первый год я хочу попробовать себя в разных классах, всесторонне изучить себя, не делая выбор только своей профессии. И уже на второй год хочу посвятить себя изучению выбранной изначальной специальности. В университете имеются разные кампусы. Вы можете учиться в разных местах по всему миру в течение 1-2 семестров. После 4 лет обучения в Нью-Йоркском университете у меня есть планы вернуться в Казахстан. Если этот план будет выполнен, я хочу стать гражданином, который после выбора специальности бизнес и экономика попробует себя в этой сфере и принесет пользу стране. Юная выпускница также не обошла стороной предметной олимпиады по английскому языку. Участвовала в научных проектах и не раз занимала призовые места. Помимо владения международным языком общения, у нее хорошие оценки и по другим предметам. Классный руководитель Гульнас Жубанова, ведущая Диляру с 9 класса, возлагает большие надежды на будущее своей ученицы. Диляра умная девочка, разносторонняя. Независимо от тематики, подходит к поставленной задаче с высоким уровнем ответственности. Ученица, подающая большие надежды. В целом, успеваемость, школьная дисциплина, везде хорошие показатели. Выбранные ею предметы – английский язык и география. Мы твердо уверены, что в будущем она станет хорошим специалистом. Опережающая сверстников школьница намерена также подать заявку в престижные учебные заведения Турции и города Астаны. В планах выучить китайский язык. Стоит отметить, что в этом году на программу бакалавриата Нью-Йоркского университета в Шанхае будут приняты только 1400 выпускников. Половина из них поступают из Китая и США, около 70 из других стран. Всего в университете преподают 19 различных специальностей. Асель Канширова, Ролана Метулы, Дидар.